Привет-привет, это опять Кэт из Вискосвилла, и я нахожусь на ферме по развожению, разводят здесь форель, и я хочу вам показать небольшой тур, как это все происходит. Начнем с кормушки. Такая есть кормушка здесь, место, за несколько копеек можно купить пакетик с едой и пойти покормить форель. Значит так, смотрите сюда, вот такая вендинг машин. Это в пакетиках лежит еда специально для рыбок. И мы сейчас попробуем взять один пакетик. Значит так, вот у нас копеечки. Мы кидаем одну, вторую. Выбираем, например, B2. Нажимаем B2. И бам! Она только что свалилась оттуда. Мы открываем и берем вот такой вот пакетик. Стоит 50 центов. Мы его берем и идем дальше. Вот такое вот зеленое красивое место. Называется Fish Hatchery. Здесь разводят форель. Это место организовал частный предприятель в 1830 году. Потом это все передавалось по наследникам. И последний из них умер в 1930 году, если я не ошибаюсь, если я помню всю историю. И после этого это место было выкуплено городскими властями. И сейчас город содержит это место и ухаживает. Значит так, впереди меня, где вы видите вот эти вот сетки, я вам покажу. Поближе, может быть, подойду потом. Там такие аквариумы большие. И выводится форель разных размеров. Начинается с маленьких бебичек, потом подросточки, потом большие. А вот здесь, вот, если вы видите, вот такие вот сети закрытые. Тут мамочки-рыбки, они такие большие, как слоники. Есть серебристые, желтые и коричневые. Вон пытаюсь поймать, одна плывет, желтенькая. Они очень-очень-очень большие, тяжелые рыбки, полные икры. Жалко, что здесь сетка, плохо видно коричневых. Они такие большие, даже не знаю, сколько они будут паундов весить. Но такие кабасики хорошенькие. Как хороший, молодой, здоровый поросеночек. Вон там одна просто вообще супер. Классная такая, большая-большая. Иди ко мне, рыбка. Боже мой, как бы я хотела свежую форельку. Да ее на... Ой, на подносик. Да в духовочку. Или можно даже на сковородочке. Красавица такая. Вот они полненькие все с икрой. И потом они разводят маленьких форелек. Они что-то меня прямо все боятся. Прям чувствуют, что они снимаются в кино. Вот они вот такие. Вот интересно, сколько же одна весит паундов. Ну, очень большие, очень-очень такие здоровенькие. Хьюмангос рыбки. Вот это мамочки сидят здесь. Потом они производят икру. С икры маленькие бебечки вылупляются. И их уже раскидывают по разным бассейнам. Сейчас я подойду поближе и покажу один из них. Вот такой бассейн. И там рыбки. Все бассейны закрыты сеткой, потому что здесь летают большие вороны и еще какие-то птицы. Не помню их название, и они воруют рыбку. Не знаю, если видно, вода темненькая и рыбки темненькие. Вон они, видите? Рыбки, в принципе, кишат. Очень-очень-очень много. И что, в принципе, вот смысл какой? Люди приходят сюда, покупают эту еду, которую только что я приобрела. И потом, смотрите, я беру вот эту еду. Вот она. Вот она. Моя камера не хочет фокусироваться. Ну, что такое? Вот она. Еда. И смотрите, я кормлю рыбок. И там идет борьба. Борьба рыбок за еду. Смотрите. Все кишит. Все кишит. Очень-очень много рыбок.
разных размеров, в зависимости от размера, они их помещают в разные бассейнки. Вот такая красота. И смысл в чем? Они разводят форель вот в этих вот бассейнах. Их вон там достаточное количество. А потом, когда они, рыбки, я имею в виду, взрослеют до определенного возраста, их выращивают в бассейнах, их вылавливают оттуда. И по районам Пенсильвании потом их выпускают в разные речки. Как вы видели до этого, приходят рыбаки и наслаждаются рыбалкой. Вот здесь у нас даже уточки очень часто бывают, потому что уточки любят ту же еду, что и рыбки. Вот здесь, пожалуйста, если будет видно, рыбки, форель побольше размером в другом бассейне. А тут вот наши красавицы уточки, подружки, загорают и ждут, когда что им перепадет. А вот там вот, пожалуйста, еще такой бассейник идет вдоль. Там детки ходят и кормят рыбок. Это вот такое вот у нас местопрепровождение. Летом хорошо приходить с семьей. Даже есть столики для пикника. Можно устроить пикничок, посидеть, позагорать. Когда-то мы за этим столиком сидели с моей подружкой Леночкой, благодаря которой я, в принципе, и делаю это видео. Она мне заказала сделать это видео и показать, вот что у нас здесь есть интересного в Пенсильвании. Вот такая вот достопримечательность. Большой парк. Это называется Fish Hatchery. Разводят форель. И вон детки ходят, кормят рыбок. И вот такая вот здесь система. Ну и все. Вот на этом я заканчиваю свое видео. Пошла докармливать рыбок оставшейся едой. И всем привет-привет. Кому понравилось, пальчики вверх. Спрашивайте, если какие-то есть у вас вопросы. Всем пока. И вот у нас на прощание американский флаг. Ха-бай. Привет. I want you to record when we put all our food in. You want to record it? Mom, woo! Open yours. I already opened it. No, you didn't. Yes. It's orange. I open it, it's I said. It's sunny, so you can see the fish. Oh, okay. Let's go. Where should we put it? Куда пойдем? Куда? Давай, пошли. One where's a lot of fish. Сюда? О, давай, да, здесь желтенькая. Надя, еще мою потом возьмешь, скормишь. Только аккуратно. На, держи аккуратно. Видишь, я открыла там. Кринечка, ладно, останет. Так, давайте. Тут что-то шумит как-то вода. Пойдемте, может, туда? Шумит вода! Говорю, шумит вода! Давайте вот здесь. Нет, вот здесь вот. Подожди, сейчас. Подожди. Do not touch. Do not touch fish. Hold on. Да, и не говорите, просто кидайте. Окей. Okay.